Всем привет из Франции, наши самые лучшие пожелания. Вот мы в новых туфельках. Да. Нет, нельзя кушать это, нет. Идем мы в аптеку, пошли, Миленушка. И вот наш парк, который строится. Пойдем, Заинка. Да, очень красиво. Будет уже почти закончили они. Пошли, 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 доченька, пойдем. Мама немножко парка покажет. Нам еще не доделали. Вот видите, отделка камням идет. Будет очень красиво. Сосны оставили. Вон горки, детская площадка. Вообще замечательно должно быть. Съезд для инвалидов, для колясок. Да, мое солнышко, да. Все это он уберут. Уже почти-почти закончили. Совсем чуть-чуть. А мы с Милешей сегодня новой дорогой решили пойти, чтобы еще вам показать кусочек Франции. Как я называю такие прогулочки. Солнышко мое. Да. Да. Собачка накакала. Тротуарчик не убрали. Обычно у нас с пакетиками ходят. А тут на этой улочке показывает датчик, что машина очень быстро проехала. Да, мое солнышко. Ой, сирень уже распустилась. Стой, 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 приди, лямё. Вон, красивая какая, смотри, сирень. Показывала, это называется лавар. И в старину вот в таких вот штучках женщины французские стирали свое белье. Это маленькое, я показывала там, где больше. Это маленькие. Так приятно, что вот такое вот все сохраняется. Все-таки это же история. Кран такой старинный. Вообще неизвестно, сколько лет. А Милена моя радуется. Такая у нас сегодня прогулка по окрестностям. Везде и всюду. Тоже недавно вот это реставрировали. Речка. Здесь вон у нас какая. Здесь коты вечно сидят. Все цветет, красивое. Скоро наш мостик цветами вот повесят. Там цветы, будет очень красиво. Всегда здесь летом. Под конец весны. Красота вообще просто. Пошли, моя кошечка. Парковка. Пойдем, моя сладкая. Вон, Рико. Давай, маленький мой. Тоже вот отсюда во вид. Старый город. Ты кукла моя. Видите, улочки какие узенькие-узенькие. Мы с Миленочкой сходили в аптеку, купили лекарства. И сейчас идем, нашли вот детскую площадочку в домах. Шири-шири, сепарля. И пойдем играть. Подожди, подожди, подожди. Давай. Вот такая площадочка у нас симпатичная, места много. Ой, кошка моя побежала играть. Да, людям, конечно, весело, если дети все время здесь играют. Дом, который рядышком. Да, солнышко, давай. Вот сейчас покажу, как у нас здесь. Ну, не у нас, это площадочка государственная, муниципальная, как называется. Да, и сюда. Ой, ты мое солнышко. Скоро у нас новое недалеко от дома откроется. Ой, ты. Осторожно, осторожно, кошечка. Лапуля. Ой, боже, платьице короткое, из-под курточки не видать. А не, маман не поманты. Да, да, да. Ой, дождь, наверное, будет вообще. Потому что так вот, знаете, парит. Он хоть и с коротким рукавом одела. Все равно жарковато. Джинсовую тунику. Ой, как вообще людям хорошо, кто вот там вот на горке живет. Красота просто. Ой, ты моя куколка. Так, ну пойдем, сядем.
на скамеечку. Ой, мое солнышко. Ой, сколько радости. Колян, давай, сама, Колян. Уже не маленькая. Одела новые балеринки. Ой, хорошее место какое вообще, столько... Большая площадь, что мне нравится. И что травка, не резиновый этот пол. Конечно, для маленьких не очень интересно, потому что если упадет на резиновом, ну, легче. А вот для таких вот, как Миленка, 3-4 годика, замечательное просто место. Тихонечко, нет проезжей части, слишком близко, что ребенок не выбежит. Жасмин. А, точно, жасмин. Боже, как он пахнет. Вон и пчелка. О, красота. Еще полностью весь не распустился. Вон и Милешка пришла понюхать. Понюхай, это жасмин. Ну-ну-ну-ну-ну. Тю, не туши па, не туши па. Тоже жасминовое деревце. Ой, их тут много. Как распустится, так вообще здесь... Душновато будет, потому что когда много жасмина, то, не знаю, у меня аж голова начинает кружиться. Зайони. Тут даже не знаю, что это такое цветет. Непонятное. Вообще здесь так много разных деревьев, растений, которых я даже названия не знаю. Красивые такие. Спасибо, подсказывают люди. Что ты там увидела, Милеша? Что там? Что там такое? Что это? Ой, ну у нас он туфли новые. Довольная, удобная. Ой, какой комар большой, да? Не надо, не трогай, не трогай комарика. Что ты там нашла, солнышко мое? Цветочек, спасибо. Цветочек принесла. Ой, куколка. Маленькая куколка. Не знаю, конечно. Надо ордена давать тем, кто работает с детьми вот в детском саду. И если эти дети вот такие вот активные. Вот посмотрите, она с утра встала, она дома мне такую физзарядку устроила. Я вот сегодня одевала джинсы, узкие-узкие. Они на мне так хорошо сошлись, что значит с ребенком позаниматься неделю, потому что она ж бегает, а я ж за ней. Она прыгает, я ж тоже. Мама, давай то, мама, давай это. Мама, принеси то, мама, принеси это. Ну, в общем, я поняла, почему, когда вот я с Артурчиком до 3 лет занималась, и мы как бы, ну, в Украине ж по-другому немножко, выходишь на улицу, и как бы во дворе детки здесь нет, здесь такого нету, здесь вот такие вот площадки детские, как бы собираются на детских площадках, но они, как правило, не возле дома. И, ну, немножко по-другому, как бы родители за детьми не бегают, они их или в садик вот отдают в крэш, или же на машине приезжают, прогуливаются и обратно уезжают. Так что здесь как бы, если вот так вот неделю, как я провела, что мы везде вместе, везде пешком, везде куда-то мы ходим ножками. И как бы вот сейчас вот я с такой радостью присела на скамейку, вон игрушки еще носим мы свои, чтобы передохнуть. Так что когда вот так вот с ребенком занимаюсь, то, конечно, лишних килограммов и без диет не наберешь. Да, солнышко? Вернее, ой, что я сказала, без диет не наберешь. Без диет, да, нет. Ой, ну и заговариваюсь уже. Ой, кажется, дочь капает. Так, Милешечка, будем, наверное, мы собираться. В общем, что хотела сказать, что как ты занимаешься с ребенком, вот с таким вот подвижным, то лишних килограмм не наберешь. Даже не нужно никаких диет, не нужно никаких фитнес-залов. Достаточно прогуливаться каждый день и достаточно заниматься. Даже дома, если ты находишься, этого тоже достаточно. Ладно, дорогие мои, вот такая у нас небольшая прогулочка получилась. К сожалению, начинает капать. Ну, вернее, так, вы знаете, такие редкие капельки, моросить дождик. Поэтому будем мы собираться. Я ни зонтика ничего не взяла. У нас до дома недалеко, но промокнуть не хочется. Ну и себя надо показать.
куда-то так за кадром вещаю, и никто меня не видит и не слышит, видите, вот с коротким рукавчиком в плащике, но джинсовое платье как бы, ну, жарковато, оно пасмурное, но погода достаточно такая теплая, парит тут прям как на дождь, дождя, конечно, не очень хочется, уже надоели, но ничего не поделаешь. Вон Милена развлекается моя, вообще супер просто. Сейчас погуляем немножечко, да, пойдем обедать. Ох, это неделька, конечно. Да какая неделька, больше, чем неделька. Почти две получилось. 12 дней ребенок дома. Ой, я уже так, честно сказать, отвыкла. Она у меня такая активная. В общем, ни минуты покоя. Ничего, вообще за неделю практически ничего не работала, ничего не делала. Ну, что делать? Зато много времени с ребенком провела. Напрыгалась, наскакалась, мультиков насмотрелась, наигралась. Ну, что делать? Золотко растет мое маленькое. И всем пока-пока и до новых встреч. Пока!